Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича. Привет, дорогие друзья, это Артемий Троицкий и «Музыка на свободе». Выпуск 299, то есть мы приближаемся к некоему юбилею. Ну, посмотрим, я вообще обычно игнорирую все юбилейные торжества, но, может быть, какую-нибудь мелочь все-таки в эту честь придумаю. Сегодняшняя программа у нас будет с очень любопытной героиней Лесли Уайнер. Думаю, что не знаете вы ничего про такую женщину, а это, между тем, очень и очень колоритный экземпляр, причем не только на музыкальной ниве, но и на ниве, скажем, моды, литературы, перформанс-артс и так далее. В общем, обещаю, что знакомство будет любопытным. А начнет сегодняшнюю программу принцесса Челси, да, Челси Никель из новозеландского города Окленда. В 85-м году девушка родилась, можете прикинуть, сколько ей сейчас лет, но 40 еще нет, по-моему. И она мне очень нравится, и мы ее уже неоднократно слушали в нашей программе, и я рад, что у нее вышел очередной альбом, пятый уже ее сольный серийный альбом, называется «Everything is going to be all right». «Все будет хорошо». В общем, такое очень актуальное, мантраобразная фразочка. Ну, будем надеяться, что все и на самом деле будет хорошо. Заглавную песню мы сейчас послушаем. Thank you.
принцесса Челси, «Everything is going to be all right». Кстати говоря, на этом альбоме имеется изумительная совершенно кавер-версия ее песни «In Heaven». Да, той самой из фильма «Голова ластик» Razorhead Дэвида Линча, которую мы не так давно слушали в выпуске о музыке из фильмов ужасов. Вот, ну, поскольку мы ее послушали, то сегодня я ее пускать уже не стал. Поехали дальше. Си Тангана. Настоящее имя Антон Альварес Альфаро. Это, наверное, самый популярный и одновременно самый интересный испанский хип-хопер. Вышел у него уже 5-й альбом, называется «El Madrileño», «Мадридец». Послушаем в исполнении мастера фламенко хип-хопа песню «Demasiadas Mujeres», то есть «Многочисленные женщины». Desfilaba en Milán con 21 campañas de Prada y ahora duerme aquí. La miro pensando cuánto faltará para que empiece a odiar. La forma que tengo de amarla tan mal, mi manera de huir, que no puedo parar. No he olvidado el olor de la que me follé en el baño de un garito borracho en Berlín, escuchando un techno que me hacía empujarla como un animal. Música del infierno que sonará el día de mi funeral. Aún me acuerdo de ti. Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres. Un WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada pa' ver si aún estás. Borracho en Miami, volando pa' la yo de vuelta a Madrid. Cuéntame cosas que no me hagan daño, cuando volverás. ¿Qué horas por allí? No me puedo olvidar de la que me dijo que siempre pa' siempre estaría pa' mí. De la que decía que solo una noche y después no hubo más. De la que se fue con mis ganas de amar, mis ganas de vivir. No la he vuelto a encontrar. Demasiadas mujeres, 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 demasiadas mujeres. Си Тангана и его новый альбом «El Madrileño». Следующая группа международная, собственно говоря, так и называется «Congatronics International». И это большая такая компания, которая сплотилась под знаменами рекорд-лейбла «Cramped Discs» и состоит из конголезской группы «Кунона номер один», кенийской группы «Касай All Stars», аргентинской певицы «Хуаны Малина», американской группы «Дирхоф» и еще там всяких к ним примкнувших людей. Вот все вместе они отчасти живьем, отчасти в студии записали дебютный альбом этого бесконечного коллектива. Называется «Where's the One?». И с него я выбрал трек, где запевает Хуана Малина, песня «Ресила». Thank you.
Congatronics International с Хуаной Малиной, песня «Ресила», альбом «Where's the One». Следующую группу очень тяжело печатать. Я имею в виду ее название. Поскольку называется этот английский коллектив «Pigs, Pigs, 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 Pigs». То есть слово «Pigs» — «свиньи» повторяется, причем без пробелов, 7 раз. Группа довольно популярная, особенно в Англии, играют, ну, в общем, такую какую-то сборную тяжелую музыку. Одни их описывают как «Doom», другие как «Stoner», «Metal», «Noise» и так далее. Ну, в общем, вы себе представляете. Нелегкая музыка, прямо скажем. Группа существует с 2012 года, и я предлагаю послушать 2 их последних альбома, 3-й и 4-й. Третий альбом 2020 года называется «Viscerals», то есть «Интуитивные», и с него песня «Reducer». We'll be right back.
Это были семикратные свиньи, их третий альбом, песня «Редюсер». Кстати, их солиста-вокалиста-фронтмена зовут Мэтью Бетти. Последний альбом вышел совсем недавно, в этом году, называется «Land of Sleeper» — «Земля спящего», и с него песенка «Mr. Madison». Пигс. Да, вот такие многократные свиньи из Великобритании со своим четвертым альбомом Land of Sleeper. Ну, а теперь вот эта самая Лесли Вайнер. Она родилась в Бостоне в 1958 году, перебралась в Нью-Йорк в молодости, закончила там всякие институты, колледжи, курсы и так далее. И поскольку женщина очень эффектная, стала также работать моделью. В качестве модели перезнакомилась с большим количеством известных музыкантов, а также завела роман с некоторыми известными людьми, в частности, Уильямом Бэрроусом, да-да-да, тем самым знаменитым писателем, а также, например, художником Баскиа, тоже знаете такого, вот они вот все были поклонниками Лесли Вайнер. Потом она перебралась в Англию, и там в 90-м году записала свой первый альбом. Альбом под названием «Witch» — «Ведьма» — вышел только в 93-м году. И это очень жаль, поскольку альбом сильно опередил свое время, и не зря Лесли Вайнер стали называть бабушкой трип-хопа. То есть на самом деле это был трип-хоп еще до того, как трип-хоп в натуре появился с подачи Portishead, Massive Attack и прочих. С альбома «Witch» слушаем песню «Dream One». Fear of Nick Danger, ragamuffin, son of a gun. Fear of Nick Danger, ragamuffin, son of a gun. Strange dream. Book that I read, and the stone that I found, the tree that I saw, the animal I knew, and the language that I saw.
city where I lived, in a house that was my friend's house, the woman that I knew. Image keeping me awake, and the sound I liked. Shall I tell you what I've been dreaming? I'll keep it simple. Clouds are like dirty cargo, armies of them, carbon monoxide and easily invisible. Fear of Nick, dangerous, ragamuffin, son of a gun. Fear of Nick, dangerous, ragamuffin, son of a gun. Ragamuffin, son of a gun. Fear of Nick, dangerous. Ragamuffin, son of a gun. Shall I tell you? Shall I tell you what I've been dreaming? Keep it simple. Nightfall, dark magnetic mountains. My God, the clouds. The clouds are like dirty cotton. Armies of them. Carbon monoxide. Bees are the invisible. The leaves, yeah, the leaves, they're like your teeth. Come on, I had a strange dream. And when I say dying of love, what I mean is something you have no idea of. And it's more if I could remember it. You could make it up, but it just wouldn't be the same as if we had some ground to stand on. Time or zone, so you need to lose. Лесли Вайнер, Dream One, с ее первого дебютного альбома Witch. Ну, в Лондоне Лесли проводила много времени, там тоже у нее были всякие знаменитые друзья и подруги. Друг был, в частности, Джа Уобл из Public Image, а записывалась она вместе и писала даже материал не для кого-нибудь, а для недавно совсем усопшей Шинейд О'Коннор. Заодно делала свои собственные записи, которые выходили там на каких-то кассетах, синглах и так далее, поскольку шоу-бизнесом Лесли Вайнер не особо интересовалась. В частности, была ею записана в 2012 году и потом вышла на компиляции «And See» песня под названием «When I was Walt Whitman», «Когда я была Уолтом Уитманом». Ну, Уолт Уитман, как я надеюсь, вы знаете, это знаменитый американский поэт XIX века, автор песни о Лонгфеллоу. Un ancien message. Message 1. Mercredi, 11 février, 16h52. Oui, alors, je ne sais pas si j'ai le numéro correct. Je crois Leslie Wiener. I thought this was in, supposed to be in Canada. Walt Whitman, boy, you should have
Лесли Вайнер «When I Was Walt Whitman». Помимо англичан, она записывалась и с музыкантами из других стран. Вообще такая женщина космополитичная. Живет, кстати, в последние годы во Франции. Но записывалась она и с немцами тоже. В частности, в 2014 году записалась с германским таким электропопсовым дуэтом «Diamond Version» — «Бриллиантовая версия». На этом же альбоме, кстати, с немцами поет и Нил Теннант из Pet Shop Boys. И с этого альбома послушаем песню This Blank Action. Congratulations on being a big fucking deal. To some of them, through the miles of their costumes, I talked to some of them, and I know all about it. You don't have to shout it. I wanna do right, but not right now. And the thing that you're looking for is the thing that's looking good. You can't let that be no problem. This blank action. Sorry for your loss. I'm sorry for your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the bees of invisibility. Sorry for your loss. I'm sorry for your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the bees of invisibility. I'm always true to you, darling, in my fashion. Congratulations on being a big fucking deal. And I seen you in some stupid fucking outfits in my time. But that one takes the prize. And I'm always true to you, darling, in my fashion. And I'm always true to you, darling, in my fashion. But you can't let that be no problem. I've done the apple tree bit many times. I'm gonna straighten it out. Sorry for your loss. I'm sorry for your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the beat of invisibility. I'm sorry for your loss. I'm sorry for your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the beat of invisibility. I'm always true to you. Sorry for your loss. Sorry for all your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the bees of invisibility. Father points a crooked finger at the night sky. You don't have to shout it.
takes the prize. Takes the prize. Takes the prize. You don't have to shine. You're looking for is the thing that's looking good. You can't let that be no problem. This blank action. I tugged at some of them through the miles of their costumes. I talked to some of them. Sorry for your loss. I'm sorry for your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the bees. A little disability. Sorry for your loss. I'm sorry for your losses. I'm sorry for your losslessness. I'm sorry for the beat. A little disability. I'm always true to you, darling. In my fashion, I wanna do right, but not right now. Sorry for your loss. Sorry for. I wanna do right, but not right now. I'm sorry for your loss. I'm sorry for all your losses. I'm sorry for your losslessness, son. Лесли Уайнер и Diamond Version, альбом CI, вышел, кстати, на Mute Records, но на их германском филиале. Ну и, в общем, до сих пор Лесли Уайнер ведет такой крайне рассеянный, непредсказуемый образ жизни. Как я уже сказал, живет во Франции. Последние ее записи, но такого сугубо академического характера, она делала с известным Клаусом фон Хаусвольфом, отцом Анны фон Хаусвольф, кстати говоря, шведским академическим композитором. Ну а новейший ее такой более или менее поп, релиз я обнаружил на компиляции Лесли Уайнер, которая называется «When I hit you, you'll feel it». «Когда я ударю тебя, ты это почувствуешь». Он вышел в 2022 году, этот сборничек, и на нем я нашел песню «Roundup Ready», готовая сводка, с которой мы и закончим знакомство с Лесли Уайнер. No root, no weed, no problem. Ready, Birch Polypore, Charles Bernstein counting, and please don't become a hoarder, Mom, beggar description, his enemy was working at this nightclub called The Cave, down in the combat zone, mini two shoes, absolute title, 1868. 6 years after the treaty was signed. From that point on, basically a bunch of prisoners, predominantly women, raggedy-ass pilgrims. Three lyres and one harp and mirror, located in what was imprint DNA, source field, forgiveness as the firewall, true forgiveness at quarter speed. Listening to Bach at quarter speed. With all its shams, drudgery, and broken dreams, it's still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy. And some joker got lucky. Come on in my kitchen. Come on in my kitchen. 66! Johnny quiets up about it. Consciousness is a non-local awareness. Spooky action at a distance. Are we walking around in a trance? This land grab, this situation in space. This place, this spaceman, this ancient you. The myth of the eternal return, the truth of you. And if you can't hear it, you most fell. This ancient you, and
not too far from the yew tree, this life of significant soil. This ancient yew, and if you can't hear, you most fell. Hotel Dante needs two stars. Hotel Dante needs two stars. If you can't measure it, it doesn't exist. That's what he said. Lean into the discomfort. Connection is why we're here, and I'm not blanking off. And the thing that underpinned us was us. Who really owns your gold? White pine, white pine, white pine. Come on in my kitchen, come on in my kitchen. Roundup ready, birch poly pour, Charles Bronstein counting. And please don't become a hoarder, Mom. Please don't become a hoarder, Mom. Please don't become a hoarder, Mom. Mini tissues, absolute title, 1868. 6 years after the treaty was signed, an anime was working at this nightclub called The Cave, down in the combat zone. Yep. Лесли Уайнер, Roundup Ready, запись 2015 года. С тех пор, кажется, она ничем музыкальный мир не осчастливливала, хотя, в общем-то, я считаю, что заслуг у нее и без того достаточно. Поехали дальше, друзья. Джеймс Джонстон. Знаете вы такого человека, во всяком случае слышали его, поскольку это гитарист, один из любимых моих английских гитаристов. Играл в группе Gallon Drunk, потом играл вместе с Лидией Ланч в ее проекте Big Sexy Noise. Ну и выпускает в последнее время сольные альбомы, в том числе со Стивом Галликом. Стив Галлик, вообще говоря, известнейший профессиональный фотограф, выступал также в проекте Tenebrous Liar и так далее. И вот теперь вот они записали совместный альбом, называется We Travel Time. «Мы путешествуем время», так можно перевести. И это такой очень изысканный пост-рок вокально-инструментальный, но без слов, в общем-то, практически. Слушаем такую миниатюрку под названием «Swing Me». Джеймс Джонстон и Стив Галлик, альбом «We Travel Time, Swing Me». Следующая группа у нас финская и очень, надо сказать, своеобразная. Микко Эйч-Хапоя — это, вообще говоря, финский рэпер и хип-хопер. И, в общем-то, до сих пор ничего такого особо интересного он не создавал. Ну, я вообще, как бы, как вы знаете, к хип-хоп-музыке отношусь очень спокойно и редко, когда она меня торкает, что называется. Но вот тут вот Хапоя выпустил совместный альбом с Илмари Коллективи. И это уже какие-то смешные такие фольклористы. Ну и получилось у них что-то очень занимательное. Альбом называется «Homenin», то есть
до завтра. У Хаапоэта четвертый, а вот Силмари первый. И слушаем песню «Алас». Sauke, maa niele sanat, turbineiden kylki, alas veri vanat, maata nurtsil, hurrikaani edenä, lehtiset kastetaan nyt maallisel veden. Mullas kuhisee, ne pitäis ja vielä elämää, valtaa aapoje yli ei oo kenelkään, tapahtumat lavastu, kaduin lammiko, jäätkä jäädy enää, muttei siit sen enempää, piirit pyöri. Keskitetään keskuksiin kaikil mausteen. Finanssit on ketsuppi, termodynamiikka pääsääntöjen välis. Ja kun tuulet nousee, sitä käsis lähtee käsist. Miika liikaa, mut lisää aina vielä kiikareit. Jouduin kysyä, tehdäkö vielä lisää viikareit tänne. Kuuntelee näin villipiipareit, mut elämä etenee. Rankkasateet alkaa, musta nurtsi, ehkä yhtä jalkaa. Muutos pysyvä, epävarmuus varma. Käveltävä tulevarri taas vasta karvaa. Ja lätäköistä kiiltelee kiplaupi katseen. Muutos pysyvä, epävarmuus varma. Tulva silmä keisi astumas harhaan. Käveltävä tulevarri taas vasta karvaa. Kynnettävä katu kivie kastuva sarkaa. Muutos pysyvä, varmuus epävarma. Aatte rihma kohti taivasta karkaa. Elämä etenee, rakkasateet alkaa alas. 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 Хаапоэ Илмари коллективе «Алас» с альбома «Хоуменейн». Бонни Ли у нас на очереди. Бонни Ли – певица французская, поет как на английском, так и на французском языке. Дебютировала в 2017 году, и недавно у нее вышел третий альбом под названием «Le Bleu du Rouge», то есть «Синева красного цвета». И с этого альбома мы послушаем песню «Такурон», то есть «Твоя корона». Kitchen, you're riding on the wall.
futurely, je ne la connais pas. Французская такая меланхоличная певица, очень симпатичная, и ее альбом «Le Bleu du Rouge». Ну что ж, на этом мы почти закончили нашу сегодняшнюю 299-ю передачу, и осталось нам послушать один единственный трек. И это будет трек, который, собственно говоря, я выбрал из-за названия. Он называется по-китайски «Джинь Куанг», что в переводе означает на английский «drunken ecstasy», ну а по-русски «пьяный экстаз». Да, и эта инструментальная пьеса, ее исполняет игрица на китайском народном инструменте гукин. Это, ну, что-то вроде такой арфы, что ли, с шелковыми струнами. Зовут исполнительницу Чэнг Ю, и нашел я «Пьяный экстаз» на альбоме «A Long In the Dragon Chants», то есть «Песни дракона». Вам всем счастливо, спите спокойно после «Песен дракона». Надеюсь, что «Пьяный экстаз» вас также как-нибудь посетит. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо! Выпуски новостей «Радио Свобода» в начале каждого часа. Самые важные события в России и мире. The time for empty talk is over. Первое. Подорвать легитимность избранного президента США. We will make America great again. Репортажи корреспондентов и последние подробности. Мы держим руку на пульсе событий. Новости «Радио Свобода». Быстро, точно, объективно.
Подкаст «Американские вопросы» из Нью-Йорка. Мы говорим об Америке, которая может быть интересной россиянам, и о России, которая интересует американцев. Опросы показывают, что подавляющее большинство штатов главная тема экономики и инфляции. Но аборты очень часто на втором месте. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложениях. Ведущий Юрий Жигалкин.